получу все потребности слонов до конца сухого сезона. Но без невероятной памяти матриарха стадо, возможно, не нашло бы путь к воде. Именно благодаря своим умственным способностям она заслуженно главенствует себе, помогая выживать всем членам стада в течение долгих лет. Интеллектуальная сила одной слонихи помогает стаду преодолевать большие расстояния и выживать. Но одно животное гораздо меньше слонов тоже нашло хитроумное решение, помогающее выжить. И все начинается со строительства гнезда. В тропических лесах Мадагаскара одно своеобразное насекомое начинает грандиозное строительство. Самка долгоносика жирафа присматривает лист, пробираясь вдоль жилок. Она начинает строить гнездо для потомства. Но сначала ей нужно найти партнера. Неподалеку два самца готовы к бою. Их длинные шеи словно созданы для схваток, и они нацелены на один приз. Столкнуть друг друга с листа, к ним присоединяется самка в качестве судьи. Битва окончена, победитель получает приз. И сейчас самка начинает создавать свое инженерное творение. Используя мощные ноги, она начинает складывать лист пополам. Затем она заворачивает листа и внутри откладывает одно яйцо. Только в этих тропических лесах и на таких деревьях имеются правильные условия для строительства гнезд. Самка осторожно начинает закатывать лист. А будущий отец стоит на страже, чтобы защитить яйцо от любых назойливых насекомых. Закатывая лист, самка откусывает крошечные зазубрины вдоль жилки листа, образуя полоску, похожую на застежку-липучку. Это необычная техника. Несколько последних сгибов, и гнездо готово. Осталось сделать только одно. Она надкусывает черенок, чтобы он упал на лесную подстилку. И последнее гениальное решение. Вылупившись из яйца, личинка может питаться листом, из которого сделано гнездо. Уникальный метод строительства гнезда всего лишь одного яйца требует огромных усилий. На Мадагаскаре есть еще одно животное, использующее изобретательность для решения проблемы содержания своего потомства. Но оно использует совершенно иной подход. Самка золотой мантеллы ищет влажное место, чтобы отложить яйца. Однако найти более сложно, ведь песчаная почва ее быстро поглощает. К счастью, у нее есть секретный способ. Для этого как нельзя лучше подходят сломанные дождем бамбуковые стебли. Во время сезона размножения наполненные дождевой водой стебли служат местом встречи горячих уникальных лягушек. А этот самец ищет себе пару. На зов откликается самка в надежде отложить там яйца.
жертву своего тела. Поэтому один из родителей обережает ребенка, в то время как его партнер добывает насекомых и рептилий. Возвращается самец после долгой охоты. Он отрыгивает из специального отсека зуба частично переваренную пищу, чтобы накормить своих чад. Эта работа не кончается.